Конечно, конечно, Ребята, посмотрите. А это кто такие вот добровольцы? Посмотрите на этих мальчиков. Они бледные стоят, их не кормят, их наняли. Наверное, под пистолет. Посмотрите на этих. Я не буду вступать. Мне жалко этих детей. Сколько уже убили детей? Сколько поубивали? Давайте будем работать. Что сказать? У вас внешний вид хороший. Посмотрите на этих мальчиков. У них крови-то нету в этом лице. Над ними издеваетесь, над этими ребятами. За копейки. Заплатили им. Потому что столько поубивали уже ребят, сколько уже можно убивать уже, сколько уже можно убивать. Посмотри на этих детей, они бескромные стоят совершенно. На них, наверное, просто под пистолетом их наняли. Ну, вообще-то хотим с правоохранителями в любом случае. Как воюют, которые... Оля, при чем тут уже одно к другому? Тут за рынок идет разговор, а ты лепишь Горбатого к могиле. Ну, ты хочешь, чтобы туда этот вот? Так я тебе... Я тоже самое о том говорю. Да какого хуя? Кто тут власть? Она вся там в балаклавах сидит, вся власть. Это, я потому что я думаю. Здравствуйте. Помните меня? Ну, в любом случае, я понимаю, или с вами побороться со стихийной торговлей. А тут такая классическая у нас. Что сегодня произошло, пожалуйста, нам? Вы не первые, кто это вот только... Сейчас разберемся, посмотрим документы, что кто для себя разберемся, кто такие. Она сейчас есть на курсе? Ну, я думаю, что должна подъезжала. Я думаю, что уже есть. Ну, ты представитель какого-то частного. Это не Бердянку Луки надо делать. Вот сейчас вот уже по этому поводу сейчас выясняю, потому когда выяснил информацию, либо я, либо Сережа даст комментарий. Я видела, что нас отвели там несколько человек. Да, да. Сейчас будут всех будут отрабатывать. Всех будут. Нету ни мэра, ни депутатов. Проверять. Никого нет. Ну, зато у нас пока не видно. Поскольку это началось, нам просто недавно позвонили. Да, вот. Директор, правда. Я думаю, что с 9 она где-то. Покажем в интернете. Знаете, как мама обрадуется вашей. Ну, хорошо. Это же вообще. Ваши ваши дети, мои дорогие, учатся. Потом расскажете нам. Ну, да. Занимаются чем-то дельно. А где эта директриса тогда? А где она сама? Чего здесь мы не стоим? Потому что она своих детей сюда пойдете, где исходим? Нет, пусть одна идет сюда. Она заколотит, наверное. А что вы здесь сидите? Вы ее приведите сюда. Приведите я возьму. Расскажите, пожалуйста, а что произошло сегодня утром? Вот пришли люди в балаклавах, сказали, что мы работать не будем, закроют наши магазины. Какие конкретно? Территория рынка, которая принадлежит какому? Да тут много территорий. Вот эта территория, следующая. Мы с коммунального предприятия. Мы в основном с коммунального предприятия пришли. А во сколько это было? В 9 или раньше? Ну вот я шла, около 9 на работу, они уже стояли. А ворота рынка были закрыты? Открыты, но они стояли в ряд впритык один другому. А почему они стоят у какого-то непонятного? А там мясной корпус, и они не мешают людям заходить туда. А все остальные часто могут работать? А там все остальные стоять при входе, они стояли. Но некоторые
некоторые предприниматели смогли открыть свои контейнеры? Нет, все открыли, но я себе пришла и ушла, и пошла себе, а не остались. А что вам известно об этой ситуации? Они же видят, что человек идет с сумкой и идет, естественно, сюда. Но людей, какие проходят покупать, не покупают. А почему это произошло? Что требуют они? Что они хотят? Ну, с нас они еще ничего не требуют. Вот они просто не пропускают людей. Угу. А зайдите туда в мясной корке. А вы сейчас о ком говорите? О каком-то владельце рынка? А вот она у нас тогда единственная. Ребята, все из-за вот этого, что рыбники боятся. Девочки, вы платите ей почему? У нее нет документов. Что вы ей платите? Потому что она возвращает рыбку. Она нас требует. А у самой есть хоть что-нибудь, хоть одна бумага? У вас есть мэр города? Пусть идет и разберется. Да, и разбираются. Когда это он последний раз должен был разбираться? Виноватый Дэнов, потому что он вот это вот не подал. Вот юриста пускай сюда. А вы о каком предпринимателе сейчас говорите? О Кудрявцевой. О Кудрявцевой? А о ком? А девушка, а вы с какой-то... Какой она предприниматель? Аферистка не предприниматель. Я интернет-издание сайт «Репост». Ага, то есть Ольга Владимировна. Оля Годовенко. Да. Ага, понятно. Кто это? А, Оля Годовенко? Да. А это нормально. Да. А то мы это нормально. Не, а нет, это Ольга Владимировна, она тоже Ольга Владимировна. А? Миг, хорошо. Кто от Василия Васильевича Морозова? Пока нету. Так они не надо. Скажите, скажите, а Кудрявцева есть на рынке? Кудрявцева на рынке есть? Откуда мы знаем? Ну, видите, вот Балаклава Грабян собрала там, всех поднял на ноги, а сама спрятала. Наняла, не собрала. И вы скажите мне, вот человек, мать, бабушка, и вот это вот взять на себя такой грех, вот этих вот 17-18-летних детей сюда притащить, позорище. Если бы тут что-то началось такое, у нас вот она сколько мужиков. Она доведет когда-нибудь, что началось. И ей не жалко, что эти дети бы пострадали. Ей не жалко. Что у людей так жизнь такая тяжелая. А вы, Сережа, тоже как директор, я бы вам сейчас сказала. Вы столько лет с ней воюете, не знаю, как вы воюете. Скажите, если вы в законе, вы должны были давным-давно отвоевать. А вообще хочу обратиться к Владимиру Николаевичу. Да-да, Владимир Николаевич на вас. Владимир Николаевич, так как это Южинская земля, территория, сделайте муниципальным рынок. Дэнову, если он не может справиться, пусть возьмет с Одессы юристов, с Киева, я ему помогу лично. Если он не может решить этот вопрос. Ее давным-давно уже не должно быть. Ни Кудрявцевой на рынке, должен быть единственный, единый рынок коммунальный. 100%. Все. И мы все предприятия подпишем. И все бы денежки действительно в бюджет города. А так Кудрявцева говорит, что она кому-то платит, еще кто-то кому-то платит, левым, правыми, блатными. Короче, в конечном итоге денег в бюджете нет. Но зато пусть они нас, предприниматели, спросят, какие деньги выплачиваем мы. Бешеные. Тут можно не только дороги построить до МИЗа и до города можно сделать дороги за те деньги, что мы платим. Давно рынок, да. И крытый делали. Рынок должен быть давным-давно. Чтобы, блядь, не капало, за те деньги, что мы платим. А то 29 директоров и толку нету. Кудрявцева первая, а платим мы одни единственные. И каждые полгода шоу ставим в телевидении. А куда вы платите? Куда вы платите? Ну, как налог куда? На землю? Мы, допустим, муниципальный рынок. А налог на землю? Мы коммунальный рынок. Мы платим без колхоза. У нас все чеки есть. Просто эти чеки немножечко смываются, почему-то я не знаю. Чек, если выбивают. Вот поэтому платите в банк. Через банк. Приватбанк. Не так много денег берет, зато ваши через деньги видны. Эти чеки у нас есть руководители, за которых мы голосовали, их выбирали. Они должны разобраться в этой конфликтной ситуации. Должны прийти сюда, те, которые вы выбирали, и разобраться в этой ситуации. А не на базаре устраивать. Рассказывайте. Идите. Так, товарищ депутат, идите к нам. Вот, пожалуйста. Я вижу. Поднимите вопрос в корпусе, чтобы сделали весь этот муниципальный. Я вот только пришел. Какая ситуация? Девушка, снимите детей, может, мамы по глазам их узнают. Я сейчас пришел. Снимайте. Ну это же не наши, не южинские, что мамы.
мама ему сказала. Вообще школьников учили. Не, ну самое страшное то, что еще Оля была не... Она сейчас в декрете. Слушай, еще при Оле, Оля тут бегала с этими треногами. Но дело в том, что сюда не умеешь... Как маленький рынок, то пусть это будет известно и слышно. Одного директора вот достаточно при нашей работе. Один директор должен быть. Давайте люди выберут директора одного. Одного хватит. Давайте народ выберет одного директора. И не будет у нас этой борьбы. Вы понимаете, что... Я извиняюсь, вот это я хотела сказать. А куда эти директоры?